Сегодня хотел бы затронуть интересную тему, о которой, оказывается, ни разу вот в наше время не говорил на канале. Это настройки вашей камеры для видеосъемки, то есть это кастомные настройки всех кнопок, всех меню. Буду говорить на примере Sony A7S III, но это все применимо точно в той же мере ко всем современным камерам Sony. Типа там 4, A7C Mark II, ZV-E1, короче, к любой камере Sony. Но если у вас конкретно A7S III, то в конце вы сможете еще и загрузить этот пресет себе. Я его оставлю по ссылочке в описании, на Яндекс.Диск залью. Но не только настройки мы обсудим. Если кто-то из вас, ведь у меня, да, даже у меня есть такие друзья, которые по-прежнему, имея, например, S-ку 3, не снимают в логарифмическом профиле, потому что это для них неудобно, они не хотят с этим разбираться, и, короче, вот все эти вопросы. То есть имеют камеры с большим функционалом, но пользоваться им не хотят. Я понимаю этих людей, и зачастую бывают ситуации, когда тебе просто нужно выдать сразу готовый материал. Это либо какой-то лайв, то есть стриминг, да, либо это та ситуация, когда ты отдаешь материал, и его не будут никак корректировать, его только склеют и отправят в готовое уже решение. Короче, для тех, кто хочет снимать в ППО, но при этом получать картинку близкую к логарифму, сразу вот готовую, без какого-то пережогов, перешарпа, всего остального, настройки ППО мы сегодня тоже разберем. В общем, давайте по порядку, что касается настроек. A7S III имеет огромное количество клавиш на себе, которых вот более чем достаточно для того, чтобы все это настроить таким образом, чтобы вам было удобно работать. Но давайте обо всем по порядку. Мы заходим в кнопочку меню, и в самом последнем пункте, в чемодане, у нас есть настройка операции. Да, я работаю в русском языке, и, собственно говоря, вам, я думаю, будет так понятнее. И у нас настройки пользовательских клавиш отдельно для фото и для видео. Нас интересуют именно видео настройки. Их здесь огромное количество. Итак, задняя стенка. То есть здесь у нас отображаются, какие кнопки мы сейчас настраиваем. Смотрите, самая первая кнопка, вот эта вот угловая, IL, она у меня стоит так же, как фото. По умолчанию она стоит в блокировке автоэкспозиции. То есть, что это значит? Если вы работаете в полуавтоматическом режиме, то есть у вас приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или авто, ISO, то удерживая эту клавишу, мы видим вот такой вот маленький значок внизу, и это означает, что в момент удерживания у нас экспозиция не будет прыгать. То есть вот если вы навелись, вы хотите, чтобы в течение шота она не прыгала, экспозиция хорошая, автоматически выставилась, вы нажали, и все, она не прыгает, отпустили, она снова прыгает. И точно так же можно на это настроить тогл, то есть чтобы ты нажал, она переключилась в блокировку, нажал еще раз, блокировка отключилась. То есть кому как удобнее, мне удобнее именно так, как это было настроено по умолчанию. Следующая жирная клавиша AF, ON. У меня она установлена на реле переключения AF-MF в русском переводе, опять же. Это блокировка фокуса. То есть, когда мы нажимаем на эту клавишу, все, фокус у нас становится мануальным. Нажимаем еще раз, он становится автоматическим. Это, опять же, полезно, когда вы снимаете какое-то реактивное мероприятие, то есть это у вас репортажка, я не знаю, ну, свадьба, да, допустим, самое близкое, что приходит на ум, то там... Все, на нужном человеке сфокусировалось, бац, заблокировали. Соответственно, перевели камеру в другую сторону, бац, разблокировали. То есть это удобно, эта клавиша у меня настроена, вообще была на всех камерах, начиная там с 6300, и всегда она переключала мануальный и автоматический фокус. Всем рекомендую. Следующая клавиша, которая на C-шке именуется как C1, в моем случае это отображение фокус-пикинга. То есть... Мы включаем, раз у нас пикинг появился, отключаем, выключился. Для того, чтобы если даже у нас лицо обвелось, но мы что-то не верим, ему не доверяем, как будто бы он еще не навелся на самом деле на лицо, то можно при помощи пикинга это проверить. Но в целом, если пикинг у вас всегда будет на экране, это очень сильно мешает. Короче, можно включать и отключать, и я установил ее вот здесь, тоже в ближайшем доступе. Следующая клавиша, которая у нас C3, именуется выбор отображения линий сетки. Да, то есть это в русском переводе. Что это означает? Это означает, что нажимая на нее, мы получаем вот эту вот разрисованную картинку для того, чтобы четко понимать, как нам кадрироваться, может быть, там в треть, в правую треть, в еще в какую-то треть. Плюс вот эти линии, опять же, они помогают, например, соблюсти какую-то параллельность между всеми линиями в кадре. Короче, одним кликом бац, бац, проверили, включили, выключили, чтобы, опять же, не загромождало экран, не мешало. А так я добавил ее именно сюда. И последняя клавиша 5, которая у нас C4 или корзина. C4, классно сказал, да? Она у меня так же, как фото настроена, и это
включение и отключение сенсорного управления. Опять же, я напомню, что это мои личные настройки, вы можете сделать это как-то по своему усмотрению, но что-то важное и нужное и интересное себе подсмотреть. Но я уже замечал, что кнопок просто огромное количество, поэтому можно навесить сюда все, что угодно. Следующее меню — это вот эти четыре клавиши. И смотрите, у меня здесь фокусировочная лупа для того, чтобы проверить, сфокусировались ли вы точно так, как вам нужно. Отображение главного меню, сейчас я все это объясню. Баланс белого. Здесь у нас то же самое, что и фото, это ISO и увеличение, в моем случае это Clear Image Zoom. Смотрите, сейчас поясню все четыре клавиши. То есть, вот на этот рычажок мы нажимаем, у нас появляется лупа, нажимаем еще раз, она увеличивается. И этим же рычажком мы можем перебегать по разным участкам пространства. Это очень удобно. Нажимаем еще раз, оно отключилось. Короче, вот на этот рычаг, так как это рычаг, это и кнопка, и рычаг, очень удобно этим джойстиком, вот так вот бац-бац, зазумились, посмотрели, убрали. Супер. Дальше, что касается четырех направлений кольца и средней его клавиши. Смотрите, вправо у нас ISO. Оно стоит по умолчанию так, и я оставил, я привык к этому абсолютно на всех камерах, которые были до этого. Вниз у меня Clear Image Zoom, то есть я щелкаю вниз, и бац, я могу вправо-влево добавлять или убавлять Clear Image Zoom. Все, соответственно, нажали на центр, применилось. Влево у меня выбор баланса белого, то есть он всегда под рукой. Он не где-то в FN, не где-то там еще. Многие вообще ставят на одну из дополнительных клавиш себе баланс белого. Я также поставил, мне удобнее делать это вот здесь. И клавиша вверх, она по стандарту у нас переключает разные виды отображения. То есть гистограмма, затем уровень, это обязательно, и остальные какие-то отображения, и абсолютно чистый экран. Также замечу, все это я делаю на последней версии прошивки, на Sony A7S3, это версия 3.0.1. И все это актуально именно для нее, потому что меню на ней несколько изменилось. И вот здесь важный момент, на центр. Знаете, что я сделал на центр? Кнопочка меню у нас всегда вот в другой части камеры, да, и это нам не очень удобно. В данном же случае, нажимая на центр, мы сразу попадаем вот в эту плитку меню, которой как раз не было до обновления прошивки до версии 3.0. Теперь это у нас есть, и, соответственно, мы очень быстро вот так нажимаем на центр и сразу попадаем в это меню, где мы можем и частоту кадров выбрать, и диафрагму, и профиль, в котором мы снимаем, и битрейт выбрать, и, соответственно, 4К или Full HD, и вообще какой кодек. В общем-то, мы здесь можем выбрать все, поэтому я сюда ее и поместил. Но и это еще не все, ребята. Сверху у нас еще две клавиши. Одна из них — это кнопка записи, которую тоже можно перенастроить, так как я себе поставил, как и на всех остальных камерах, кнопка спуска затвора стартует запись. В моем случае это также, поэтому кнопку видеосъемки можно было бы навесить и еще на какую-то функцию, я просто не стал этим заниматься. А вот эту вот C2, которая рядом с ней, это отображение зебры. Опять же, это очень удобно. Мы клацаем, у нас зебра появилась, клацаем, исчезла. Чисто, чтобы она не мешала нам всегда, но перепроверить себя, что у нас там по настройкам. И сразу же про зебру скажу, у меня в FN есть настройка именно уровня зебры, и у меня вот здесь диапазон где-то 60 плюс-минус 5. Или 65 плюс-минус 5 вы ставите, и это будет, знаете как, для логарифмического профиля, для того, чтобы проэкспонироваться в плюс 2 стопа примерно, то на лице, вот при такой установке зебры, 60 плюс-минус 5 или 65 плюс-минус 5, как только на лице появилась зебра, все, у вас лицо, по крайней мере, самая светлая его часть, правильно проэкспонирована для логарифма в плюс 2 стопа. Ну, примерно в плюс 2 стопа, то есть типичный exposure to the right, когда у вас правильно, хорошо проэкспонирован логарифм. Вот такая история. То есть и сама настройка зебра, она в меню FN уже лежит, о нем чуть позже. Ну и все, собственно, у нас осталась только клавиша на объективе, которая по умолчанию зафиксирует фокус, то есть вы когда удерживаете, фокус, соответственно, становится мануальным, отпускаете, он опять распускается. У меня это клавиша AF ON, которую мы с вами уже ранее настроили, то есть мне она в принципе не нужна, но еще и ее, по сути, мы также с вами можем настроить. И давайте теперь перейдем к меню FN. Что же вот у нас в нем пролегает такое? Зачем нам не хотелось бы лезть в основное меню каждый раз? Итак, погнали. Уровень записи звука. Вот эту функцию многие люди выставляют на отдельную какую-то клавишу, и в принципе у меня вот остались свободными, совершенно спокойно можно на кнопку видеосъемки поставить это для того, чтобы, смотрите, здесь важный опять же момент, чтобы вы прямо в момент записи могли зайти в это меню по горячей клавише. Если вы прямо пишете и понимаете, что, блин, останавливать спикеров нельзя, но можно бы добавить или убавить прямо сейчас и спасти ситуацию. Вот для этого. И, соответственно, можно это вывести не в FN,
FN, потому что в FN при съемке вы не зайдете, а вот на горячую клавишу можно, но я таким не пользуюсь, просто так вышло. Опять же, так как плиток здесь очень много, мне нужны далеко не все, и у меня вот здесь режим фокусировки, автоматический или мануальный, находится, но он мне не нужен, потому что у меня для этого есть отдельная клавиша. Область фокусировки. Важно, нужно, иногда бывает, пусть здесь будет. Далее, переключение picture профилей. У меня PP8 сейчас стоит, это, соответственно, S-Log 3 SG Mod 3 Sign, и переключение профилей здесь нам необходимо. Дальше идем. APS-C съемка, то есть это кроп. Опять же, для тех, кому это нужно и важно, но это в меньшей степени к S3 относится, это к другим камерам, которые снимают все-таки с оверсэмплингом, то есть у них разрешение для 4К избыточное, и они прямо в 4К могут кропать, то, скорее всего, у вас эта клавиша выведена на горячую. В моем же случае она находится здесь, потому что в 4К S-ка кропать не может. Дальше, как я уже говорил, настройка зебры, то есть у меня это диапазон, значение плюс диапазон. Дальше у нас две очень важные настройки, скорость перехода фокусировки и чувствительность фокусировки, они тоже у нас здесь. Далее также здесь творческий вид, о котором мы в этом ролике прямо сейчас чуть позже будем разговаривать. Если у вас ППО, то творческий вид это то, что вам необходимо настроить. И вот этим мы как раз и займемся. Далее у нас идет Steady Shot. Это стабилизация, то есть отключена, стандартная или активная. В некоторых камерах еще больше опций, там уже какая-то усиленная, активная. Короче, он у меня находится также здесь. Далее у нас запись на носители. Опять-таки, в моем случае это одновременная запись. Я использую карты Lexar V60. В принципе, практически все форматы на них можно записывать. Это удобно, быстро и не так-то и дорого, что самое главное. И одновременная запись на оба носителя, автопереключение, вот это вот все здесь мы с вами можем настроить. Ну и последний пункт — это режим экспозиции, то есть мануальный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и вот этого всего. Потому что, опять же, на S-ке у нас нет на кольце вот этого выбора, знаете, когда мы можем выбрать, например, у нас фото или видео, и дальше уже крутить. Нет, у нас на S-ке только один режим на всем круге — это видео, а все остальные режимы, они на фото ориентированы. Соответственно, когда мы видео выбрали на кольце, то в дальнейшем именно режим внутри видеосъемки мы выбираем вот здесь. И, собственно говоря, все. На этом все. Для того, чтобы сохранить свои настройки и впоследствии перенести на другую камеру, на камеру, которую вы взяли в рентале, на камеру, которую вы взяли у друга, мы переходим в чемодан. Вот второй пункт, сброс сохранения настроек, параметры сохранения загрузки, и все. Нажимаем «Сохранить», и эта настройка на носитель, вот она у меня уже есть, я ее перезаписываю. Все, она сохранена. В дальнейшем вы этот камсет грузите на флешку, нажимаете «Загрузка», «Носитель», и вот выбираете ваш камсет. Камсет, камшот. Ну, в общем-то, все очень просто. И таким образом все ваши настройки одновременно оказываются перенесены в другую камеру. И, как я уже сказал, совершенно точно так же все это работает для абсолютно любой камеры Sony. Плюс-минус. Меню отличается совсем чуть-чуть. Еще, кстати, пока снимал все это время, в качестве подставки у меня была вот такая штука. Это крепление для смартфона от Yulanzi. И здесь вот так на выносной ножке зеркальце. Конечно, не самая удобная хреновина, но, тем не менее, имеет право на существование. То есть в это зеркальце мы можем видеть, что у нас снимает iPhone, чтобы хоть как-то скадрироваться. Ну а как так вышло, спросите вы, легко отвечу я, потому что я неорганизованный ишак и пошел снимать, зная, что мне нужно будет снимать именно фид камеры, то есть нужно было брать монитор с возможностью записи, который у меня, конечно же, есть. Но, блин, тем не менее, смартфон с собой был, поэтому записал на него, и вот эта вот штука как раз как кронштейн пригодилась. Но как вот это зеркало, ну, в принципе, здесь видно, но ты смотришь под таким углом, что сложно как-то. Можно просто понять, чтобы не обрезать себе голову, когда снимаешь себя на основную камеру. Вот все, что можно понять. Но ты будешь туда засматриваться. Ну, короче, как обычно. Тем не менее, просто вот такая вот безделушка. Все, пойдем дальше. Так, друзья, теперь вторая часть видео, тоже очень важная, что касается настройки ППО. Мы переходим в FN, в быстрое меню, мы же уже все настроили, и там мы можем совершенно спокойно профили изображения выбирать, ППО устанавливаем, и там же в быстром меню мы тоже настроили, чтобы у нас творческий вид был на кончиках пальцев. Он стандартный у нас стоит, и в каждом из них вы можете заметить, единственная разница между ними, что у них у всех разная детализация и четкость картинки. Так вот, стандартный мы ставим и начинаем его накручивать. Смотрите, здесь какая важная деталь. Для того, чтобы получить вот какие основные проблемы вообще ППО. Основная проблема — это вот такой переконтраст и то, что у нас очень сильно выбиваются хайлайты
И если мы правильно экспонируем по хайлайтам, то у нас очень сильно проваливаются тени. То есть низкий динамический диапазон, что в принципе вполне логично. Но вы знаете, можно попробовать и несколько вот так и натянуть сову на глобус и сделать сразу, чтобы у вас эта картинка была так, как будто вы ее на посте уже немножко откорректировали. То есть тени приподняли, там экспозицию как-то чик-чик-чик, и все ровненько получилось. Короче, давайте разберемся, и я расскажу, за что отвечает каждая настройка здесь. И на самом деле первое, что нам необходимо настроить, это оптимизацию динамического диапазона, функцию DRO. Это очень важно. Смотрите, она вот здесь находится, экспозиция, в пятой вкладке, цвет, тон, оптимизатор динамического диапазона. Он включен, он актуален только для ППОв, на логарифмы, на все остальные профили он никак не влияет. И мы его устанавливаем не на авто, чтобы он прыгал, да, потому что если вы DRO в авто оставите, вы можете заметить, что даже на полностью мануальных настройках у вас чуть-чуть будет прыгать, например, экспозиция фона, экспозиция теней, короче, имейте это в виду, авто не ставим никогда. Выставляем максимальный. DRO как раз-таки приподнимает тени и уже делает, вот знаете, оптимизацию динамического диапазона, то есть иначе и не скажешь. И вот уже, когда мы его выставили и оставили в этой позиции, мы начинаем крутить настройки профиля. Первое, что у нас есть, это контрастность. Опять же, регулируется в широких пределах. Вы можете просто выбрать какую-то картинку. Я для себя определил, что вот где-то вот на небольшой минус контрастности нам достаточно. В принципе, ее можно в ноль оставлять, когда вы DRO на 5 поставили. Вот это очень важный параметр, мне кажется, самый главный. Выделение. Смотрите, какой прикол. Если мы его с вами возвращаем или увеличиваем, что получается? Если человек у нас будет в кадре, то получится так, что вот яркие области, они прям будут выпячиваться, вот торчать, как будто бы они очень сильно пересвечены. И именно выделение, убранное по максимуму, оно как раз вот и, знаете как, выпрямляет, смягчает вот этот вот нарочито ядовитый ППОВ. Это один из самых важных параметров, на мой взгляд. Следующие тени. Тени мы, конечно же, поднимаем. У нас все тут где-то от плюс 9 до минус 9. Тени вот так условно где-то на плюс 7. Опять же, это по вкусу. Можно меньше, там плюс 3, плюс 5, плюс 7. Вот какие-то такие значения. Короче, приподнять тени. Если вы картинку выставите и будете на большом мониторе ее отсматривать и вручную вот так вот крутить, вы в итоге придете к каким-то настройкам, которые вам понравятся. Но тени мы в любом случае приподнимаем. Следующее. Исчезание. Это вот тот параметр, который вообще не хочется крутить. В целом не очень понятно вообще, на что он влияет. То есть смотрите, как будто гамма у нас двигается, и когда мы добавляем, картинка просто блеклая становится, как будто это логарифм, да, какой-то, как будто ее подкрасить надо. То есть вот ее я никак не регулировал. Насыщенность. Здесь все понятно абсолютно. То есть вот когда он у нас в ноль, я бы сказал, что он не очень насыщен, и насыщенности на посте хочется набросить. Поэтому плюс 1, плюс 2, плюс 3, вот до плюс 5 какие-то такие значения, опять же, по вкусу, как соль в суп, с вами добавляем. Следующее. Это у нас резкость. Здесь все понятно. По умолчанию она на четверку стоит. Это резкая, классная, Вася, картинка, вообще без вопросов. И четкость. Четкость — это уже несколько другой параметр. То есть резкость, четкость, казалось бы, примерно одно и то же. На пятерочку где-то 3-5 вот так вот надо ставить. И получается, опять же, сразу резкая, хорошая картинка, которую можно прямо вот отдать без всяких вопросов. Вот таким образом мы этот профиль настраиваем. Я сказал, за что отвечает в целом каждая настройка и на что она влияет. Вы самостоятельно можете все это накрутить, посмотреть, а я вам сейчас здесь прям покажу. Вот, например, один и тот же фрейм, как он снят в логарифме с обычными настройками, и как он снят в ППОВ вот с такими настройками. А, и самое главное, чуть не забыл, в ППОВ лучше ставить зебру, зебру именно по ярким участкам, и смотреть, чтобы не пережечь картинку, то есть зебру там на 95+, там ближе к 100. Но, и это еще не все, желательно, если вы в приоритете в каком-то работаете, и у вас автоэкспозиция, то ставить коррекцию экспозиции на минус, то есть где-то минус 0,3, минус 0,7. Для того, чтобы, опять же, сохранить хайлайты, с тенями мы внутри профиля поработали, и в целом картинка должна получиться хорошей и качественной, и очень даже похожей на проявленный логарифм. Ну, опять же, напишите в комментариях, кто как с этими настройками работает, кто что ставит. Опять же, какие у вас настройки в камере, может быть, еще какие-то ловкие есть трюки, штуки, которые можно вот на кнопочках настроить и сделать вашу работу еще более удобной. Ну и, по сути, на этом у меня на сегодня все. И самое главное, что хочется вам пожелать, чтобы каждая ваша съемка была с кайфом. И, собственно говоря, вот все, что мы сегодня делали, все, чем мы занимались, это и настроено на более удобный, более комфортный съемочный процесс. Только и всего. Вроде ничего не забыл. А, реклама?
Да какая реклама? Не будет никакой рекламы. Все, ребятушки, давайте, вы были на канале Budget Filmmaker, и увидимся с вами уже совсем скоро. Пока!